Здрасте. Здорово всем. Вечеринка. Главный NFG матчмейкер опять в пределе. Немножко заняться разгрузочной погрузочной работой. Линия 8 штук. Ладно. Потом сбоку другая линия 8 штук. А про что мы вообще базарим? Про турнир? Ну, я не знаю. Утро доброе. Привет. Что происходит? Рассказывай. Столбцы, мы приехали. У нас сейчас на часах 7:35. Полтора часа есть на монтаж. В принципе, должны успеть. Очень много спортсменов заявилось, перебью тебя. Да, вот это более спортсмен. 120 спортсменов. И я рассчитывал, вот видите, только на один ковер, а получилось так, что на самом деле надо было бы брать штуки 3. Но будем драться на одном. Ну вот, просто немножко сделаем по ускоренной системе. Вот, думаю, что все получится. На самом деле я рад, что так много участников. Первый раз 120 человек или больше 120 собралось. Ну, значит, всем все нравится, уровень организации, значит, растет. Постараемся не подвести. До меня вообще информация дошла, что даже с России будут ребята. Да, ну на самом деле, честно, я ожидал делегацию побольше, потому что ездил на чемпионат мира в Италию. Мы там с многими ребятами, скажем так, скорешились. Я всех приглашал. И я, честно, думал, что человек 40-50 приедет. Но там, как обычно, один заболел, у второго то, у третьего все. Ну, приедут, но будет их мало. Но с другой стороны, в принципе, может, оно и хорошо. Потому что если бы было, как я рассчитывал, еще плюс 50 человек, то мы бы точно не справились. Вот, поэтому начнем с этого. Посмотрим, как они вообще выступят. Вот, организация мне неизвестная. Белый лев они, по-моему, называются. Тигр. С Владимира, по-моему, они приезжают. Посмотрим, будет интересно. Рубрика «Передаем привет всем бывшим». Не, ну это новое, наверное, делали, да? Как добрались? Отлично. Мы вовремя, мы решили пораньше. Вот. Видишь, не вытирается, значит, нет, снимай. Сфоткать вас? Давайте, улыбайтесь. Все, сфоткал. И Миша сфоткать, что у него просто... Смотри, Иван. Да, у кого? У Миши. Привет, именинник. Здравствуйте. Как дела? Отлично. Как ты так вот решился на день рождения и на соревнования? Ну, а что тут такого сверхъестественного? Для нас это только праздник, если мы едем на соревнования, поэтому сказали ехать, значит, поеду. Как готовность? Отлично. Сегодня много ребят будет заявлено. Наслышан о них вообще, откуда они? Честно, вообще не важно. То есть без разницы, кого бить? Да. Руслан, утро доброе. Доброе. В качестве кого здесь? Сегодня в качестве рефери. Много будет сегодня боев, даже бойцы из России приедут. Не стрёмно судить? Ну, судить не стрёмно, конечно же. Наоборот, хочется посмотреть вот молодых ребят, перспективных, на будущее. Какое растет поколение на данный момент. Так что это даже более интересно. Значит, представитель, вы смотрите при секундировании, если будете видеть явное преимущество, полотенец и предупредите судью, чтобы сразу остановил бой. Арсений, битухи покажи. Привет, Кирилл. Привет. Как дела, как добрались? Отлично, все хорошо. Хорошо, сколько бойцов заявлено? 6 человек. 6, а как подготовочка, расскажи, шла? Упорно что-то делали? Да нет, просто отрабатывали технику, то же самое, все, удары руками, ногами, больше немножко разобрали
бросковую технику именно. Решили больше, да, немножко борьбы добавить со стойки. Планы, видимо, все забрать, да, медали? Ну, конечно, как всегда. Пока что тут последнее соревнование мы забираем, все. Две кастрюли сейчас это Почила в сторону. 85. Можешь лось? Красава. Но если нокдаун засчитывается, ясно? Те, кто 8-9 лет, у вас сейчас построение будет общее, а потом будет 5 минут разминки. У тебя собой тяжело есть? Майки там уже хорошо, шорты. Я вам сказал то, чего делать нельзя. Понятно? Не, мы раньше сейчас сделали площадь. Просто смотри, когда ставили за плот. Я сегодня вам много вопросов. Желаю вам всем удачи. Каждому из вас искренне желаю победы. Победы в первую очередь пацанами собой. И достойно показать себя в настоящей жизни. Просим занять свои места. Представители этих спортсменов. Раз, два. Готовы к сражению? Мы начинаем, закончился турнир. Турнир закончился хорошо, соперники бились достойно. Я очень доволен, и тренера довольны моей работой. Тяжелую работу пришлось тебе сделать для того, чтобы выиграть? Ну, работа была тяжелая, да. Мы тренировались каждый день, и нагрузки были достаточные. Поэтому я очень хорошо подготовился. Вот закончился практически 2019 год. Как ты оценишь свои достижения в спорте? Ну, я оцениваю их хорошо, я вижу продвижение. Я думаю, тренера тоже будут довольны. И с Новым годом! Так, Миш. Буквально на минуточку. Как для твоей команды, для твоих ребят сегодня проходит турнир? Пока что очень хорошо.
Один парень уже выиграл 3 боя из 3, стал чемпионом. Сейчас жду, когда уже второй начнется, уже потяжелее, постарше. Поэтому через бой опять пойду кричать, переживать, подсказывать. Следи внимательно. Видимо, могу тебя поздравить с призовым местом. Расскажи, как тебе далась эта победа? Первый бой был достаточно легким. Получается, он прошел в ноги и попался на удушение. Второй, более такой сложный, попался тайский боксер. Разбивал ногами, но решил все проход в ноги, который закончился тоже вторым удушением. А скажи, пожалуйста, как прошла подготовка к этому турниру? Подготовка хорошо прошла, даже очень. Тренировались каждый день у Кирилла Яновского, у Жени Огурцова и Антона Рыбченко. У всех бойцов спрашиваю, которых беру интервью, как оценишь свой 2019 год спортивных достижений? Ну, достаточно хорошо. В 2019 были и победы, и поражения. И вот завершаю год 2 победами, удушением, которых раньше никогда не было, именно удушающим приемом. Пусть ты достаточно еще молодой спортсмен, хотелось бы услышать слова поздравления и напутствия молодым спортсменам, да и вообще спортсменам на 2020 год. Чтобы все подготавливались без травм, наверное, и чтобы выступали хорошо. Особенно хочу, чтобы выступил мой кумир Конор Макгрегор хорошо. 18 января победил ковбоя. Виталий, расскажите, пожалуйста, как проходит турнир для вас? Здравствуйте. Турнир в этом году мне очень нравится. Нравится за счет своей организованности. Все-таки, то есть видно, что это уже не первый турнир, поскольку все более спокойно, более, то есть уравновешенно происходит. Очень понравилось в этом году судейство.
большое спасибо Андруковичу Виталию, потому что на ковре не было с его стороны предвзятости ни к кому. То есть независимо это было, то есть непосредственно боец из академии, то есть из Минского отделения, из филиала где-то, то есть с периферии. Молодец, хорошо судил. Вот. Даже если бои были какие-то в притирку, все, я согласен со всеми решениями судей. Мне все понравилось. Ну и судьи тоже в этом году более спокойно относились вообще к каким-то эмоциональным всплескам со стороны. Все это решалось хорошо, оперативно. Вот. Я думаю, что всем должно все понравиться. А как ребята выступили? Ребята выступили в целом неплохо тоже, то есть были такие сложные судейские решения, поскольку мы чуть больше боролись, нас чуть больше где-то били, вот, проигрывали по очкам, где-то кто-то побеждал, кто-то выиграл. В целом хороший соревновательный опыт, есть над чем работать. Подходит 19-й год к концу, как можете подытожить этот год, обобщить в целом так? Ну я скажу, что обобщить что-то сложно, потому что все только начинается, и у детей только вот это первые турниры такие. Если в прошлом году это вообще был пробный такой обкатка, потом целый год у нас немножко было таких спарринговых встреч больше, то есть вот встречались, спарринговались. Этот турнир уже более такой, то есть, скажем, уже не пробный, вот, но в целом все неплохо, все идет в лучшую сторону. Я думаю, что, как мне сообщили, запланировали проводить до 4 турниров таких. Вот. Если оно действительно так и будет, то я думаю, что уровень спортсменов вырастет. И на фоне вот даже прошлого года, и даже если взять начало 2019 года, уровень бойцов очень подрос. В преддверии Нового года что пожелаете своим ребятам, да и вообще ребятам в целом? Я пожелаю всем спортсменам, независимо от вида спорта, от их рода деятельности, крепкого здоровья, чтобы берегли себя, чтобы, то есть, чувствовали свой организм, вот, вовремя давали ему отдыхать, без травм, чтобы тренировки нравились, чтобы все проходило на ура, ну и, ну, конечно, хороших соревновательных моментов, они не только в победах заключаются, самое главное – хороший опыт. Ты с той стороны. Рад видеть российскую команду в Беларуси. Расскажи, как добрались, откуда и как узнали о турнире? Мы сами из города Карабана, Владимирской области. Добрались, дорога была тяжелая. Мы ехали на машине, вот выехали вчера в 8 утра, приехали к 7 вечера. Приехали, размялись, разогрелись ребят, там потренировались. Легкий ужин, как бы сон в целом. А о турнире узнали, как бы познакомились. Не помню, зовут сейчас, вот с кем общался. Человек. Да, с Антоном познакомились, пообщались, пригласили на турнир, как бы вот планируем в дальнейшем там же сотрудничать. Как оценишь в целом выступление команды своей? В целом удовлетворен выступлением команды. Последний мой, конечно, получился вот крайне неудачным. Парень выигрывал, за первое место выходил, уже должен был первое место занимать. И вот за секунду, как бы одним ударом, своей ошибкой, как бы проиграл весь бой. А в целом я считаю, ребята молодцы, да, вроде особо-то не готовились, потому что думали, сейчас перед новогодним праздником отдохнем, там недельку потратили на подготовку. В целом, я считаю, выступление достойное, надо работать дальше, как бы дальше больше. Скажи, пожалуйста, а в России проходят такие мероприятия, насколько часто, и есть ли желание приезжать еще в Беларусь? В России, конечно, проходят. Последний турнир, в котором мы принимали участие, это был Кубок Москвы по Фортиону, принимал участие более 3000 человек. У нас у ребят было там весь по 60, по 70 участников. То есть, и достаточно много турниров проходит разных. По ММА, по квартиону,
В Беларусь, конечно, планируем. Вот сейчас поговорили, вроде весной планируется детский турнир. Также планируем приехать, только уже побольше команды привезти. Ну и в преддверии Нового года, чего можешь пожелать вообще бойцам в целом? Всем бойцам желаю как бы крепкого здоровья, меньше травм, больше пахоти на тренировках. То есть чем больше пота, тем больше побед. А это самое главное. И ну, оставаться всегда людьми, то есть чтобы не было такого, там я выиграл, зазнался человек и все. Выиграли один раз, проиграете на следующий раз, если вы будете зазнаваться. Как бы все мы люди, все мы спортсмены, мы должны уважать друг друга. Одно дело делаем.